Депутат Заксобрания Иван Алтухов намерен привлечь к ответственности вице-спикера Антона Сидорко. Человек фракции РПСС планирует написать заявление в правоохранительные органы за угрозу разбить ему нос. Напомним, перепалка двух коммунистов произошла на заседании Заксобрания 25 ноября. Оно проходило в онлайн-формате. Человек фракции Иван Алтухов нелестно высказывался о Сидорко. Сперва сравнил лидера региональных коммунистов с котом, которому нечего делать, а потом назвал некоторых членов его партии политическими колобками. Сидорко воспринял эти высказывания как оскорбление и обратился к председателю Заксобрания. Владимир Николаевич, попрошу ограничивать Алтухова в оскорблениях, значит, сломаю ему нос. Так, коллеги, у меня большая просьба. Иван Алтухов ответил оппоненту не сразу. Спустя 4 дня после того заседания в своих соцсетях человек фракции выложил видеообращение, в котором катком проехался по КПРФ. Дорогие друзья и товарищи, в КПРФ блатует политическая шпана. На последнем заседании законодательного собрания Владимирской области руководитель регионального отделения партии КПРФ и он же руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании угрожал мне физической расправой и публично заявил: «Я сломаю Алтухову нос». И, между прочим, это не первая его угроза физической расправы. Это говорит о том, что в КПРФ процветает именно вот такое хамство, бескультурье и вот такое вот мажорское наглое поведение. Угрозу в свой адрес депутат Иван Алтухов воспринял серьезно. В ближайшее время лидер фракции РПСС собирается обратиться к правоохранителям или суд. Этот вопрос мы сейчас изучаем с нашим юристом, и я обязательно буду подавать заявление в правоохранительные органы или в суд. Мы сейчас изучим, как это более грамотно сделать. Налицо, что угроза причинения тяжкого вреда здоровью и усугубляет это то, что на почве вот политической неприязнь. Мы связались и с другим участником конфликта, лидером региональных коммунистов Антоном Сидорко. Он заявил, что вся эта история – провокация. От своих слов он отказываться не будет. Почему это еще является просто провокацией? Потому что, наверное, да, сегодня кому-то хотелось бы, чтобы я там взял свои слова обратно. Чтобы я, может быть, даже извинился, повторюсь. Вы посмотрите, с чего все начиналось. Начиналось все с провокации. Знаете, такой наглой, паршивенькой, низенькой. Со стороны Алтухова мне не приходится оправдываться. Я повторюсь от своих слов, я не отказываюсь. Я никогда не дам в обиду ни себя, ни своих коллег по фракции КПРФ. И естественно, что если дальнейшие будут оскорбления, то Алтухов об этом пожалеет. Что касается возможного заявления к правоохранителям от Алтухова, то лидер фракции КПРФ заявил, что на него будет отвечать в рамках действующего законодательства. Сидорко уверен, что правда на его стороне и бояться ему нечего. Каким будет следующий раунд этого политического батла? Никита Каргаев, Никита Королев, 6 канал.